того, чтобы добавить друзей в приложение MiFID, нужно на своем телефоне открыть приложение MiFID. Далее мы переходим в профиль. И здесь будет вкладка «Друзья». Ну, то есть, это все друзья, которые имеются у меня. За их данными я могу наблюдать по мере их обновления. Добавить друзей по ID. Добавляем друга по ID, то есть вводим номер его ID карточки. Либо сканируем QR-код, который вы можете распечатать, либо сохранить фотографию. Выглядит он следующим образом. QR-код. Мой QR-код выглядит вот так, мой ID-адрес выглядит вот так, то есть либо по ID, либо по QR-коду можно сохранить в друзья, можно отправить друзьям, ну и выбрать соответственно приложение, через которое мы сможем отправлять. Можно просто сохранить его в галерее, далее мы переходим в галерею, и в галерее вот наш ID, QR-код, мы можем отправить другу в WhatsApp, как угодно. А он уже распечатает его, сосканирует, либо по ID войдет, добавится друзья. Нам останется только лишь подтвердить сообщение, что мы хотим добавить друга. Нижняя графа сообщения. Здесь мы можем приветствовать либо добавлять новых друзей, когда звонит, горит значок о том, что человек хочет к вам добавиться. Всем спасибо, пока.